Всем привет, ребят! Не думал, что получится записать такой еще ролик, последний такой уходящий, но что-то я зашел в Джиггернаутика, скатал пару-тройку каточек и немножечко таки удивился, насколько все стало однотипно, примитивно и в какой-то степени даже неинтересно, хотя здесь даже тоже нашел очень такие забавные, интересные моменты, поэтому сегодня хотелось бы записать ролик про именно таки данный режим. Вот такой вот он, не знаю, неожиданный, можно так сказать, получился. Но я решил пообозревать данный формат. Пока вот я быстренько все включал, настраивал, быстро забрал Джиггернаута. Но это стало очень таки просто, с определенным вооружением. Сейчас вы все это дело увидите. Ну и это, наверное, тот самый ролик, в котором я бы хотел сказать, что реально страйкер надо нерфить. Что касаемо крит ошибок, то здесь я вообще, в принципе, говорить ничего не хочу. Они у нас встречаются очень-таки часто. Я нарезал определенно много всяких интересных моментов, как я забирал Джиггернаута, как я именно-таки на нем играл и держался вообще. Одну каточку я вообще, в принципе, всю продержал, но это там была карта Вольфенштейн. Не так часто это в последнее время у нас бывает, поэтому я какие-то моментики повставляю, можно так сказать, мини-нарезочку такую замучу, не знаю, понравится вам, не понравится, но все же... Это тот режим, который, как по мне, еще не до конца убит, и в нем реально интересно играть. В чем же его прелесть? Если раньше, например, на Джиггернауте можно было очень долго жить, и было по кайфу играть именно таки на данном вооружении, то сейчас, как по мне, вся идея заключается немножечко таки в другом. Вы берете страйкер, вы берете бустер, вы берете устройство уран на страйкер. И это все. Это все, что вам нужно. Вам не, даже можно не использовать шафт, хотя шафт тоже можно использовать для слития Джиггернаута, но на страйкере это происходит намного-таки проще. Сейчас, как только я подберусь к Джиггернауту, либо посмотрев эти все нарезочки, вы поймете, насколько просто это все делается. В принципе, все те ребята, которые играют в данном режиме, они все это уже давно понимают, и реально количество страйкеров в таких катках сейчас очень-таки большое. Если бы я сейчас играл бы не днем, а играл бы ближе к вечеру, когда у нас уже появлялись бы такие игроки, как Блокет, Орешек и тому прочие ребята, которые постоянно любят играть в данном режиме, то вы бы увидели, насколько-таки все однотипно. Все берут Вика Страйкер, берут резист от себя и просто стреляют по Джиггернауту, ничего такого сверхъестественного не делают, и все это происходит очень-таки просто. Поэтому вот именно-таки в данном режиме надо было бы уже что-то менять. Но также имеется один определенный плюс, который я заметил, которого раньше, вот, к слову, вот сейчас парня я уже два раза не слил из-за того, что у него был простой резист. А если бы резиста не было, я бы его просто бы брал и ваншотил. Поэтому сейчас мы еще посмотрим на эту ситуацию. Но здесь что-то мне особо жестко так прям не фартит, как всегда. Ну, в общем, ничего нового не происходит. Если посмотреть на эту всю ситуацию немножечко с другой стороны, то Джиггернауту немножко апнули урон. И это меня тоже не может не радовать, так как раньше, если вам всегда надо было, ну то есть не раньше, ну раньше это именно таки где-то месяц назад, да, то есть до этого Джиггернаут вообще супер люто нагибал, там все было супер, то последний месяц был такой момент, то что вы не ваншотили викинга, да, то есть средний корпус без ДАшки постоянно не ваншотился. То сейчас, я так понял, урончик немножечко так и подняли. И за счет этого Джиггернаут теперь может ваншотить викинга, либо же это мне так жестко фартануло, либо же реально немножко урона апнули. Но я думаю, что все же это связано именно таки с апом урона, а не просто с каким-то рандомным действием. Потому что, ну реально, если раньше я заходил в Джиггернаут, то я постоянно не мог ваншотить его. То здесь в этом плане обстояло довольно-таки все просто, обычно и понятно. Но... вся прелесть все равно режима уже убита. Если раньше было по кайфу именно такие играть на самом этом Джиггернауте, то сейчас, как по мне, намного таки интереснее не играть на нем, а брать и просто его сливать. Хоть и в этой катке мне особо таки жестко так не фартит, но вставив именно такие нарезки, вы увидите, насколько жестко там, что на пустыне, что на Вольфенштейне, блин, ну просто зверски разрывает этот Джиггернаут, и, блин, круто. Круто, определенные новые эмоции появляются, но все же нужно понимать, что с данным режимом нужно что-то делать. Его нельзя оставлять так, нельзя делать его настолько-таки однотипным, что вот брав
именно таки одну пушку под названием Страйкер, вы можете просто делать в этом режиме все, что вы хотите. Вам даже не надо уже брать никакого фреза, вы просто берете Страйкер, вы берете дрон-бустер и берете уран. Все. Больше вам, в принципе, делать ничего в этом режиме не надо. Ладно, здесь, благо, карта такая не совсем удобная для Страйкера, и если если Джиггернаут вообще, в принципе, разумно играет, то здесь вы так жестко его не будете нагибать, хотя вот видите, насколько вот жестко много пацанов едут именно таки на него и хотят его слить. Ну, согласитесь, это не прикольно, когда все начинают играть на одном вооружении, и все это заканчивается вот таким вот никчемным побегом за именно таки Джиггернаутом. Что касаемо пустыни той же, так там вообще условно на карте 10-12 страйкеров из 20 человек, и они просто бегают за Джиггернаутом, который респуется и сразу же уходит так же самым на респ. Там я даже запечатлю один момент, когда Джиггернаут только респанулся, я сразу же в него свелся, и он ушел на респ. То есть Джиггернаут прожил 3 секунды. Он отреспился, я выдал ему с бустером 4 страйкера. В итоге он получил 20 тысяч урона, и он ушел на респ. В чем смысл? В чем кайф? Мне так понятно, мне так кайфово. Я просто взял его, нагнул. Но это же Джиггернаут. Это же режим, в котором данный танк должен сильно выделяться от других, и тот танк, который хотелось бы слить, чтобы нагибать на нем. А в итоге что мы имеем? В итоге мы имеем танк, который просто уходит на респ за 3 секунды после респа. Это неправильно. Это неправильно, и многие уже говорят о том, что Страйкер скоро будет нерфить, и в какой-то степени после такого исхода и после такого вообще момента в данном режиме я с этим не могу не согласиться. Реально, мне нравится эта пушка, но в каких-то вот таких вот боях я понимаю, что это перебор. Это реально перебор, она реально чересчур сильно гнет. Давайте сразу пикнемся в еще одну. Может, сейчас как раз-таки закинет на какую-то пустыню. Было бы очень-таки разумно, если меня бы на нее подкинул. Он подкидывает на осу. В принципе, тоже довольно-таки открытая карта, на которой можно будет сейчас просто показать, насколько просто сводиться по этому Джиггернауту. Я просто поднимаюсь и выдаю урона. 10 тысяч урона он уже на респе. А у меня еще было в запасе еще две ракеты по 5 тысяч урона. Ну вы просто понимаете, да, в чем суть? В чем суть и в чем простота нагиба именно таки на Джиггернауте. Ну вернее, Джиггернаут, а не на нем. На нем, вот вы просто увидите сейчас, сколько на меня полезет сразу этих страйкеров. Один уже сводится. Второй едет, третий респуется, четвертый еще один сводится, боже. И если я выйду просто на открытую позицию, вы просто увидите, сколько лучей этих появится. Раз, два, три, четыре, боже. Ну вот и в чем прелесть этого режима? Вот объясните мне, пожалуйста, в чем может быть прелесть режима, в котором ребята играют 50% на одной и той же пушке и просто занимаются тем, что они сводятся и за счет этого очень-таки быстро нагибают. Да, я согласен, эта пушка реально крутая, реально тащит, но дабы не делать игру однотипной, нужно менять эти правила и нужно брать и нерфить данный страйкер. Либо же занерфить урон таким образом, чтобы он не мог ваншотить, понятно, что все сделано именно таки для того, чтобы можно было взять данную пушку и вкидывать тот самый колоссальный урон по противнику и, в принципе, больше ничем не заниматься, как только ездить за Джаггером. Да даже можно просто вот ездить за ребятами и стрелять в них, и даже не пытаться сводиться именно таки по Джиггернауту. Все очень просто. Ничего сложного я здесь не вижу. И вот так вот неинтересно выглядит сейчас наш режим. Да, можно понагибать. Но все сводится к тому, что вы видите одну и ту же пушку, и можно реально сравнивать, что лучше, Джиггернаут, либо же просто Викинга Страйкер, плюс уран и плюс бустер. И как по мне, именно таки уран с бустером на Страйкере и на Викинге будет выигрывать определенные ситуации, нежели тот самый Джиггернаут, который является тем танком, который должен нагибать в данном режиме. И тут у меня появляется очень много вопросов, а для чего вообще нужен тогда такой режим, как в котором играть на танке, который по дефолту должен быть сильнее любого другого вооружения,
некомфортнее, чем играть именно таки на простом викинга страйкере. Зачем он тогда нужен? Безусловно, нужно нерфить, и здесь не может быть никаких вопросов, и даже у всех тех ребят, которые так же само, как и я, любят данную пушку, должны понимать, что, ну, становится однотипно. А когда становится в игре однотипно, нужно что-то делать, нужно что-то менять, даже дабы, чтобы появлялись даже те же шафты, хотя, в принципе, на шафте это тоже можно спокойно брать и сливать джиггернаута, но ребята берут страйкер и понимают, что на страйкере все это дело сделать намного-таки проще. Даже вот в такой ситуации умудряются меня зажать в угол, хотя даже, в принципе, и страйкеры... Нет, все же есть ребята, которые сводятся... Тяжеловато стало в данном режиме. Если раньше я именно-таки любил играть на данном джиггернауте, то сейчас я уже люблю играть не на самом джиггернауте, и люблю именно-таки просто заходить и посливать ту самую джагу, которая должна держать колоссальное большое количество урона. Ну и вообще, в принципе, нагибать всех подряд. Да, ребята пытаются ее апнуть, но дабы джиггернаут, именно таки сам данный танк, начинал нагибать, можно, конечно, не нерфить страйкер. Можно просто добавить в два раза больше количества именно таки хпшки данному танку. Может быть, с уроном, в принципе, я согласен, в принципе, урон стабильный, урон нормальный, и как по мне, его уже немножечко таки апнули, потому что викинга не ваншотил, сейчас викинг ваншотится, значит, в этом плане все немножечко таки стабилизировали, но вот что касаемо именно таки его хп, то здесь надо явно добавлять, если уж не нервить страйкера, то нужно добавлять урон, дабы комфорт игры на именно таки данном вооружении был намного таки больше. Хотя вот, как вы видите, я тут сижу жалуюсь, то что на страйкере невозможно держаться и невозможно вообще выживать, а на самом деле уже где-то минуты так 2-3 спокойно катаюсь на данном вооружении, уничтожая противника, но это, наверное, все по большей части из-за того, что нету тех самых ребят умных, которые играют на страйкерах с бустерами. Все же я записываю ролик днем, а все такие ребята опасные играют ближе к вечеру, заходят в данный режим, и тогда уже все становится очень-таки однотипно и совсем неинтересно. Ну а здесь ребята не совсем далекого ума, я бы так сказал, и как-то очень глупо себя ведут в определенно простых ситуациях и дают мне шанс просто взять и уехать от них. До сих пор живу, и 39 киллов, к слову, уже имею. Может быть, даже получится здесь на ролик сделать 50 киллов, и это было бы, наверное, круто, если бы у меня это получилось сделать. Потому что сегодня даже в той катке, в которой я, в принципе, нагибал, у меня получилось сделать только 45 киллов на джиггернауте. Но там было тоже такое огромное положительное упашечка. Меня там один раз под самый-самый конец слили, я просто пошел уже тырить киллы, хотя можно было бы просто посейвить на Вольфенштейне именно таки в той зоне, в которой почти никогда невозможно слить противника. Но я решил немножечко таки прибавить в своем количестве киллов. Спрыгнул, начал кататься, ну и там буквально за минут, за секунд так 15-20 до конца катки я все же там ушел на респ, поэтому не сохранил джиггернаута от начала и до конца данной катки. Ну а здесь, в принципе, можно будет, наверное, таки сохранить его, либо же меня сейчас эта жига нагнет или не нагнет. Если нагнет, то я ухожу на респ. Нет, вроде пока не нагибает. Вроде как шанс еще есть остаться на джиггернауте. 50 киллов имеется. Ну вот так вот, да, это называется. Как только ты начинаешь жаловаться на джиггернаут и говорить, что данное вооружение не нагибает, так сразу делаешь 50 киллов на нем и спокойненько таки можешь даже понагибать на этом определенном нагибаторском вооружении. Поэтому даже в такой ситуации, в котором я захотел захейтить джиггернаут, у меня получилось сделать 50 киллов. Ну, спорно. Спорно неоднозначно. И, скорее всего, именно таки это связано не столь с нагибом моим на джиггернауте, как именно таки с тем, что ребята, которые имеют пушку-страйкер, не так ехали на меня и не так хотели меня слить. Возможно, таки здесь просто не имеются тех ребят, которые имеют данный сочный нагибаторский дрон-бустер.
Вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Если вам понравилось, то обязательно поддержите его, поставив палец вверх. Подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, подписывайтесь на группу ВКонтакте, в которой всплывает очень много полезной информации. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.